Международный день яйца. Казалось бы, ну что за праздник такой? Тем удивительное было узнать, что он существует уже более 20 лет и отмечают его во многих странах мира. А история праздника такова. В 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия объявила, что праздновать Всемирный яичный праздник будут во вторую пятницу октября. И многие страны с готовностью откликнулись на это предложение. Традиционно в этот день проводятся различные мероприятия. Конкурсы на тему яиц, лекции и семинары, акции и флешмобы. А некоторые заведения общепита даже готовят к этому дню специальное меню, удивляя посетителей разнообразием блюд из яиц. Сценарий праздника в каждой стране и в каждом городе разный. Например, в Австрии в праздничный день показывают известных поваров, готовящих блюда из яиц, а вечером в Вене запускают воздушный шар в виде яйца. На Маврикии празднование Дня яйца является частью кампании по борьбе с бедностью. К примеру, однажды было создано два огромных омлета из 10 тысяч яиц. Сковорода составляла в диаметре целых 4 метра. Приготовленные омлеты были разделены на 3000 частей и розданы бедным слоям населения. В США существует даже специальная американская яичная палата. Ею была разработана маркетинговая кампания, в центре которой находится универсальное блюдо под названием «Святое яйцо» и самые разнообразные способы его приготовления. В Венгрии в этот день проходит всемирно известный фестиваль яиц на озере Балатон, на который ежегодно приезжают тысячи посетителей, а в фирмах, связанных с производством кур, царит праздничное настроение. Сотрудники украшают свои кабинеты разнообразными плакатами с изображением яиц, поздравляют друг друга и даже наряжаются в очень интересные костюмы. В украинском городе Кременчук в 2003 году был установлен памятник яйцу. К сожалению, со временем его сломали, однако он долгое время был своеобразной визитной карточкой города. В России этот праздник только начинает свой путь. В 2012 году Петербургский театр «Мимигранты» предложил зрителям с птичьими фамилиями посетить спектакль бесплатно. А в городе прошел костюмированный праздник, на котором жители северной столицы переоделись в бело-желтые наряды. В московских клубах в этот день проходят тематические вечеринки. А в Калининградском зоопарке в честь Всемирного дня яйца состоялась выставка коллекции птичьих яиц, яиц-сувениров, пасхальных яиц и яиц Фаберже. В Татарстане проводится праздник Скорлупина, а в Тамбовской области целый фестиваль яйца. В Новом Осколе проходит праздник Фомина яичня. А в Павловском Посаде – гастрономический праздник «Яйцефест». В 2017 году к этому празднику присоединилась и деревня Путилково. 13 октября в Центре культуры и досуга прошел тематический концерт.